привет! У микрофона Веля, дамы и господа! Стендов 2 продолжает нас радовать. Значит, новая премьера, где нам расскажут о новой карте Лейксайд и обновленной провинции. Если что, заранее я в Телеграме, ребят, уже предупредил, что, ребятушки, сегодня будут какие-то движения от разработчиков. И да, просто премьера прямо сейчас на ваших экранах. Поэтому, если что, если вдруг ты не хочешь пропустить дату выхода обновления Стендов 2 0.23.0, обязательно подписывайся на мой Телеграм-канал по ссылочке в описании, везде смотри, в закреплено. Все это дело смотри. Итак, я думал то, что это еще и про Sandstone, но у нас новая карта Lakeside вместе с обновленной провинцией. Давайте посмотрим, что сделали Excelbolt с картами. Лайк, подписка на канал, колокольчик, плюс комментарий обязательно. Полетели. Итак, погнали. Это новый логотип. Новый логотип Fireborn! New map, новая карта. Новая карта Lakeside. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте посмотрим. Новая карта Lakeside. Офигеть! Это я думал, это для командного боя. Серьезно? Это полноценная новая карта для ЗБ? Для закладки бомбы, для матчмейкинга? Дядь, ну выглядит оно просто отпад. Это просто шедевр. Имба. Слушай, очень такая интересная карта. Сколько много, на самом деле, позиций, чтобы, типа, закрысить. Интересно, как она будет играться. Окей, это у нас Lakeside был сейчас. Провинция Реворк! Давай, покажи нам. Итак, понятно, что было, что стало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это, получается, лонг, да, это лонг с КТ-сайт. Точка старта левой стороны... Точка старта той стороны перенесена? А, окей, понял, то есть сейчас будет... Карта-то зимняя! О, мидл площадь! Что они сделали с ней? Что? Вы там видите, что там про... Так, это у нас... Они полностью переделали карту! Полностью переделанная карта! Так, это у нас еще один... О, боже, они полностью переделали! Это не реворк, это полностью новая карта! Офигеть, вы посмотрите, насколько все изменено! Проход еще один! Ворота, боже мой! Что было, что стало? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сезон 5. Сюда на место! Fireborn, новые карты. Это, дамы и господа, полноценный разнос. Давайте будем сейчас внимательно смотреть на новую карту. Внимательно посмотрим на обновленную провинцию, потому что интересненько. Так, пока что только 1080, блин, я думал, там они в 2К это все. Окей, смотрим. Новый логотип Fireborn. Это у нас дракон. Огонь, все дела, да. Это как бы это все понятно. Fireborn, рожденный в огне, все дела. Новая карта. Итак, встречаем Lakeside. Новая карта Lakeside, и как я вижу, эта карта сделана действительно для закладки бомбы, эта карта сделана для матчмейкинга, карта большая, я вижу то, что карта действительно большая, карта в очень интересной, так сказать, стилистике. Что-то похожее, ребята, на провинцию, но какой-то, знаешь, визуальный стиль немножечко другой. Тут даже можно залезать, смотри, даже можно залезать, там, типа, прыгаешь сюда, дальше заходишь в здание, выходишь вот от... Блин, чёчки, это интересно. Она многоуровневая, сразу вижу, карта многоуровневая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, очень много всяких деталей, там, машины, переходы, залазы и так далее. Карта, на самом деле, интересно, как она будет играться, потому что это тебе не просто, вот тебе там, типа, вот тебе идти на middle, вот тебе идти там на B-plant, вот тебе идти на A-plant. Типа, просто три стороны, три лайны, нет! Тут, типа, там зашел, перешел, зашел туда, прыгнул, потом взял, присел, обошел, понимаешь, это интересно, то есть, такой карты в Stand of 2 еще не было.
Такой карты Stand-off 2 еще не было. Очень много на самом деле моментов, где могут засесть противники. То есть, там, типа, можно там за бочками здесь, да, и так далее. То есть, очень много моментов, где, на самом деле, на этой карте нужно играть максимально в фулл-фокусе. Потому что, опять же говорю, очень много будет моментов, где нужно будет вычекивать углы, где нужно будет вычекивать двери и так далее. На самом деле, я бы не сказал, что это минус. На самом деле, эта карта будет играться совершенно по-другому. Эта карта будет отличаться от всех карт, которые у нас есть в Stand-off 2. Эта карта будет, как бы, знаешь, вот все привыкли к Сэндстоуну, который, я думал, будет переработан, но нет. Все привыкли к Сэндстоуну. Пошел на мид, пошел на Б, на аплен, да. А здесь это совершенно по-другому будет играться. Очень-очень детализированная, заметь, очень детализированная карта. Вот здесь разработчики Stand-off 2 сделали огромный скачок. Это тебе не просто взять и сделать еще какую-то карту. Вот, допустим, карта Сакура, она абсолютно голая. Карта Бриз, она уже как бы, ну, на уровень выше. Карта Лейксайд, это просто отвал башки. Это просто отвал башки. Очень красивая карта, прикольно будет поиграть, протестировать. Кстати, если ты вдруг спрашиваешь, мне являйся, когда выйдет обновление. Бро, да подписывайся ты на телеграм-канал, братья, как только так сразу я буду тебя немножко намекать, рассказывать, потому что именно этот ролик, я в телеграме и именно про этот ролик говорил, ребятушки, кое-что сегодня выйдет, поэтому готовьтесь, да, понимаешь? Провинция реворк, итак. Я до сих пор не понимаю, где здесь реворк, если эта карта, ну, прям видно, что она совершенно другая, понимаешь? Да, какие-то отголоски старой провинции есть, но то, что они переделали ее, ну, почти, я не знаю, с нуля, это, конечно, как бы, ну, показывает то, что, ну, это, ну, большая платформная работа. Да, да, они сделали, по-моему, на карте провинции стало меньше вот таких вот больших каких-то, знаешь, площадей пустых, свободных. То есть сейчас все максимально, так сказать, комнатно. Вот, и будет совершенно по-другому играться. Да, ты идешь на апленд, а здесь тупик. Но с апленда можно вот в эту вот щелочку отстреливать типов, которые бегут на ланге. Интересная механика. Переработана точка Т-спавна, да, то есть раньше здесь, короче, теры, типа, спавнились, теперь они будут спавниться здесь. Интересно, очень интересно. Вот что они сделали с площадью, это просто разнос. То есть, по сути, площадь меньше всего переделали площадь, да, понимаешь? Но просто поставив вот сюда, вот просто поставив еще какие-то строительные леса, эта площадь будет играться совершенно по-другому, потому что вот проходка с Б, ты уже не видишь, да, ты уже не видишь полностью проходку Б, ты не видишь... Получается, вот лестница, которая идет вниз под, получается, вот это вот мостик. То есть ты этого не видишь, понимаешь? То есть эта карта будет играться, опять же, совершенно, блин, по-другому. Это капец. И заметь, ворота. То есть раньше там был просто вот, типа, проход, да, проход, там была лестница. Теперь ничего подобного, ворота. Теперь дефать эти ворота будет намного легче. Карту сделали, типа, зимнюю, сразу видно, такие холодные тона, все дела. Конечно, опять же говорю, Excelbolt умеют делать карты. Умеют делать классные, умеют делать атмосферные. И видно проработанные карты. Это однозначный лайк. Ну да, что здесь сделали? Убрали, получается, проходочку вот отсюда, убрали. Теперь проходка у нас просто вот это вот коридор, просто вот здесь находится. Но ребра, в принципе, оставили. Колодец здесь у нас есть, то есть ты можешь как-то, типа, этот колодец обыгрывать. Также у нас есть вот здесь, вот также эти всякие там кирпичи, коробки, ты можешь засесть здесь. То есть, в принципе, карта большая, где ты можешь, где ты не находишься на каких-то... вот открытых позициях, понимаешь, то есть ты не находишься на открытых позициях, ты находишься постоянно где-то за препятствием, постоянно где-то ты можешь укрыться и так далее от пуль.
интересно. Но, опять же говорю, я уже, как бы, знаешь, я уже вижу, как ты пишешь мне комментарии. Веля! Очень много крыс будет, Веля, будут сидеть везде. А коктейль Молотова для чего добавили, понимаешь? Я тебе говорил, братик, коктейль Молотова перевернет абсолютно всю игру. И, конечно, нужно делать такие интересные карты, где ты не просто кинул коктейль Молотова и все, и никто не может пройти на плент. Нужно делать вот такие вот карты, где можно где-то там присесть, где-то можно там типа отойти, обойти и так далее. Грамотно, грамотно сделано, очень грамотно. Эксельбол добавляют все больше и больше деталей. Единственный вопрос: можно ли в этот колодец залезть? Вот хороший вопрос, парни. Можно ли в этот колодец залезть? Я хочу залезть в этот колодец прямо сейчас. А что сделали с плентом Б, это просто... Я вот не могу это, знаешь, даже описать словами. Опять же, плент Б на провинции максимально просторный, максимально открытый. Да, здесь есть там, типа, здесь есть эти, получается, ящички. Но эти ящички, ну, в основном никак не спасали, понимаешь? Это, эти ящички, я не знаю, для чего были добавлены, но просто чтобы не было, наверное, просто голого поля вот этого, понимаешь? И что они сделали? Они сделали абсолютно новый бэплэнд. Абсолютно новый бэплэнд с проходом вот таким вот, да. То есть этот бэплэнд стал уже плентом не на открытом поле. Боже, это вот, это просто какие-то невероятные, это просто невероятные какие-то реворки делают Эксельболт. По моему мнению, вот карта Лейксайд и карта обновленная провинция однозначно будут прекрасно играться. Да, теперь вместо просто ящика здесь у нас будет какая-то будка уже стоять, и типа она такая, вот, все, за будку забегай, оббегай, обыгрывай противника. Интересно. Интересно сделано, интересно. Да, проход здесь, супер, вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, как же это сделано? Так, ну заход на Б-сайт и винодельня, видно, так же и остается, как было. И здесь нам добавили ворота, которые можно великолепно дефать с ними, можно ну, типа... Вот эти ворота вообще в игровой индустрии, это очень интересный момент игровой механики, где ты можешь дефать. Отличная, отличная, как говорится, позиция для дефа. Что разработчики делают, боже, что разработчики делают? Я просто, дамы и господа, в шоке. Я безумно жду это обновление, потому что помимо там кейсов, скинов, помимо там, там новых коллекций и так далее, помимо Молотова и Берет, нас ждут целых две карты, одна из которых совершенно новая. Ребятушки, пишите свои мысли и свое мнение в комментариях. У микрофона был Веля, спасибо большое за просмотр. За лайк, за подписку, за комментарий. Ну что, мне кажется, что дальше мы увидимся с вами уже в обновлении 0.23.0. Всем удачи и всем пока!